В первой поликлинике завершается капитальный ремонт. После завершения работ медицинское учреждение будет отвечать всем современным требованиям. Сдать объект планируется в середине сентября. В начале года в рамках нацпроекта здравоохранения по краевой программе в первой городской поликлинике приступили к капитальному ремонту. Площадь объекта свыше 2000 квадратных метров. На сегодняшний день значительная часть работ уже выполнена. Второй этаж практически завершен. На первом ремонтные работы продолжаются. Уже установлен современный лифт, автоматические двери. Ведется монтаж подъемника для маломобильных граждан. В рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения на объекте выполняется капитальный ремонт. Вот на данный момент, на сегодняшний день, где-то порядка 90% работы уже выполнены. То есть коммуникации, инженерные сети, лифт установлен с первого на второй этаж, маломобильный сейчас устанавливаем. И, как вы видите, заканчивается уже шпаклевка, зачистка стен. Готовятся они уже к покраске. То есть мы будем выходить покабинетно, красить, замыкать и выходить. Это будет уже готовая продукция. То есть здесь осталось, в районе месяца мы все это сделаем, подтянем. Стоимость капитального ремонта свыше 30 миллионов рублей. Помимо первого и второго этажа также будет сделано крыло Б, а это еще порядка 800 квадратных метров. После окончания ремонтных работ первая поликлиника будет соответствовать всем санитарным требованиям. Здесь будет комфортно как медицинским работникам, так и пациентам. Здесь будет все учтено по санпинам, то есть все требования, которые предъявляются к медучреждениям в плане там, я не знаю, дверей, освещения, тех же самых раковин в каждом кабинете, там, лифтовые, маломобильные будут лифт стоять, которые, граждане, которые не могут, они будут на колясках подходить, их поднимают на маломобильном лифте, и дальше доступная среда у нас идет. То есть везде без порогов, без ничего. Он приехал, зашел в любой кабинет, и ему предоставили медицинскую помощь. Вот в этом плане будет, по нынешним требованиям это будет сделано от А до Я. Все работы идут по графику. Завершить ремонт планируется к середине сентября. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».